Павлодарские спасатели призывают население быть осторожнее на льду. Резкое потепление спровоцировало его таяние. Минувшие выходные на берегу Иртыша едва не случилась трагедия. Группа подростков гуляла по замерзшей реке, рискуя провалиться под лед. К счастью, их вовремя заметили со спасательной станции. Детей быстро эвакуировали и провели профилактическую беседу с родителями. Снег, который находится на поверхности льда, начинает таять. И вся вода начинает впитываться в лед. Соответственно, меняется структура льда, он становится хрупким. Пусть ее толщина сейчас на данный момент в среднем на реке Иртыш составляет 50 сантиметров, она может не выдержать вес человека, потому что влагу впитала и приняла игольчатую структуру. И в любой момент может провалиться под человеком.